7.00, мой завтрак. Сегодня у меня два бутербродика. Намазал я их майонезом. Сверху колбаска. Не самый полезный завтрак, но быстрый и вкусный, и сытный. Украсил укропчиком. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного аппетита, всем удачного похудения. 7.00. На завтрак у меня два яйца. Я их жарю под закрытой крышкой. С сыром сулугуни и укропчиком. Один помидорчик квашеный, вкусненький. И чашечка черно-зеленого чая без сахара. Такой быстрый, сытный, вкусный завтрак. Приятного всем аппетита, удачного похода. 7.00. Всем доброе утро. На завтрак у меня два кусочка белого хлеба, тоненькие, обжаренные на сковородочке, такие греночки. Сверху сыр фета и укропчик свеженький. Очень вкусно получается и быстро. Просто обжарил на сковородочке, намазал сыр и посыпал укропчиком. Обалденно вкусно. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудания. 7.00. Всем доброе утро. Сегодня у меня два темных хлебушка на сковородочке обжаренные. Мяско, филе куриное, мною запеченное, ткемали, морковь по-корейски, укропчик и пару маслин. Чашечка черно-зеленого чая без сахара и хорошее настроение на целый день. 7.00. Всем доброе утро. Сегодня у меня на завтрак два бутербродика с морковкой по-корейски, сыром сулугуни в духовочке. Прогретый и немножко ткемали сверху и укропчик для красоты. Чашечка черно-зеленого чая без сахара и хорошее настроение на целый день. Приятного всем аппетита, удачного похода. 7.00. Всем доброе утро. Мой завтрак. Два яйца всмятку, три кусочка сыра сулугуни и немножко укропчика. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Красиво. Чашечка Одесса с дюком. Приятного всем аппетита. Удачного похудения. 7.00. Всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня два кусочка хлеба темного на сковородочке. Я его подсушил, немного поджарил. Две котлетки куриные и ткемали мою. Немножко морковочки по-корейски. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Всем приятного аппетита, хорошего настроения, удачного похудения. 7.00. Всем доброе утро. Сегодня у нас день Святого Николая, и мы с девушкой завтракаем вот так вот, красиво и вкусно. Бутербродики с красной икрой, бутербродик с морковочкой корейской, мяском в духовке запеченным, это филе куриное. Тут кемали, укропчик, короче, и чашечка чая. Девушки, кофе. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 7.00. Всем доброе утро. Мой завтрак. Два кусочка хлеба греночками на сковородочке поджарил. Морковь по-корейски и два яйца. Украсил петрушкой. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это.